Новости на восьмом и ближайшие полчаса посвятим основным событиям из жизни Владивостока. Меня зовут Павел Унучек, и вот о чем я и мои коллеги расскажем далее. Сила не в деньгах, а в их количестве. 100 миллионов рублей сделали социальную ипотеку доступнее. Потому что на сегодняшний день уже порядка более 300 заемщиков нами аккредитованы. Очередной снегопад, а грабли те же. Травмпункты Владивостока заполнили жители города. О жизни города после первого снега расскажу я, Алина Черненко. Большая сцена, как начало карьеры. Все о юном артисте Приморского театра оперы и балета. Он воспринимает информацию не так, как взрослые, с ним работать намного проще. Кроме того, сегодня в выпуске расскажем, каким образом каждый из нас может оценить работу чиновника и даже снять его с должности. И еще солистка группы «Ночные снайперы» вместо одного обещанного концерта во Владивостоке дала два. Но об этом немного позже. Сейчас новость с пометкой «Срочно». В Хабаровском аэропорту совершил экстренную посадку лайнер из авиакомпании «Аврора». Известно, что рейс следовал из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский. Буквально через 19 минут после взлета лопнуло стекло в кабине пилотов. Командир воздушного судна принял решение вернуться. Посадка прошла в штатном режиме. Никто из 129 пассажиров не пострадал. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки специалисты примут процессуальное решение. А теперь к основным темам выпуска. Социальную ипотеку сделали доступнее. Такого результата добились благодаря дополнительным деньгам. Сумма внушительная, это порядка 100 миллионов рублей. Они помогут обеспечить ипотечными займами в 3 раза больше граждан, чем сейчас. О том, как работает эта схема и кто может ей воспользоваться, расскажет Екатерина Матвеева. У мечты горожан купить бюджетную квартиру во Владивостоке все больше шансов стать реальностью. Но не для всех, а только для определенных слоев населения. На днях Приморскому ипотечному агентству добавили денег – 100 миллионов рублей. А это значит, что льготных кредитов выдадут больше. Эти средства будут направлены на кредитование наших потенциальных заемщиков, по которым будет вынесено положительное решение или по которому уже вынесли решение. Потому что на сегодняшний день уже порядка более 300 заемщиков нами аккредитованы. И, соответственно, при наличии квартиры, которая пройдет нашу аккредитацию, им будут предоставлены займы. В рамках программы льготный займ дают по 9,9% годовых и выше. Это более выгодно, чем брать ипотеку в обычном банке, где в среднем ставка более 13,5% годовых. Еще один несомненный плюс – низкий порог первоначального взноса. Заемщице Наталье, у которой было лишь 10% от стоимости квартиры, отказало множество банков. Позвонила сюда, девочки проконсультировали достаточно вежливо. И пригласили, и сказали, 10% это достаточно. Так как я обладатель материнского сертификата, я могу внести 10% плюс материнский сертификат. Однако получить такую скидку удастся не каждому, а только тем, кто входит в льготную категорию и не способен накопить на собственные квадраты самостоятельно. Это работники муниципальных учреждений, государственных научных центров, молодые многодетные семьи. Всего 16 групп. Эти выводы мы сделали из того числа обращающихся к нам. Нам за ипотекой и, в принципе, те граждане, которые уже обратились или стали участниками программы «Жилье для российской семьи». И если обратиться к цифрам, то порядка около 5 уже являются участниками этой программы. Таким образом, пополнение бюджета на 100 миллионов рублей поможет агентству выдать в 3 раза больше кредитов, чем сейчас. Что как нельзя кстати, спрос намного превышает предложение. Однако о том, что во Владивостоке вообще действует такая программа, знают далеко не все. Стоит отметить, что первые кредиты на жилье были выданы еще в марте текущего года. Большинство желающих собираются приобрести жилье в поселке Радужный и микрорайоне Снеговая Падь, где стоимость квадратного метра не превышает 35 тысяч рублей. Анна Бережная, Екатерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. Теме доступного жилья мы посвятили наше бесплатное голосование. Сегодня нам интересно, а вы вообще слышали про социальную ипотеку? Те, кто знает, что это такое и даже стоит в очереди на получение льготного кредита, набирайте 249-8806. Если вы не слышали ранее словосочетание «социальная ипотека», звоните по номеру 249-8807. Итог озвучим в конце выпуска. А пока перейдем к другим темам.
Нашли тело мужчины, который провалился под землю в Артеме. Его обнаружили специалисты из Кемерово. Напомню, ЧП произошло в начале сентября. Хозяин дома пропал в собственном дворе. Как потом выяснили, он упал в заброшенную шахту. Тело подняли из глубины в 18 метров. Руководство города заявило, что вскрытый забой, куда провалился мужчина, еще раз законсервируют. Сделают это уже основательно, на федеральные деньги и силами государственного учреждения реструктуризации шахт. Сейчас место раскопок оцепили, посторонних на опасную территорию не пускают. Тем временем в травмпунктах Владивостока аншлаг после снегопада. Только в одном учреждении номер один с жалобами обратились десятки человек, среди которых дети. Специалисты диагностируют в основном переломы и растяжения. Существенный наплыв жителей случился в ночь с 9 на 10 ноября. По скользкому маршруту прошла и Алина Черненко. Понедельник – день тяжелый, думали жители Владивостока. Первый выпавший снег в городе устроил дорожный коллапс, из-за чего многие 9 числа опоздали на работу. Однако утро 10 ноября стало настоящим испытанием для автомобилистов. Выпавшие осадки заледенели, и некоторые спуски превратились в аттракцион. Один из таких снял на камеру местный житель по улице Шепеткова. Гололед, несоблюдение дистанции, превышение скорости и летняя резина – вот основные причины аварий, которые повторяются из года в год, но никого не учат. По всем направлениям дорог во Владивостоке отмечались заторы, и именно в утренние часы произошло наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий. А в районе дома номер 16 по улице Чкалова было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием 16 автотранспортных средств. А уже к вечеру того же 10 ноября работы прибавилось у травматологов. Менее чем за сутки за помощью специалистов травмпункта номер один обратилось 70 человек, из них 16 детей. Но эти цифры далеки от рекорда. Единственное, что удивило врачей, это характер травм. В основном падение, то есть падение на льду, подскользнулся, упал, черепно-мозговые, то есть это сотрясение головного мозга, которые в стационары едут. Вот сразу подряд, если брать, то было 3 человека у нас, сразу поехали в стационар. Вот это переломы голеностопного сустава, костей голеностопного сустава. Травматологи готовы помочь каждому, но при этом просят понимания со стороны пациентов. Только на первичный осмотр врачу необходимо 20 минут. Если случай тяжелый, и того больше. А значит, всем обратившимся просто необходимо проявить уважение к друзьям по несчастью. Пока медики оказывают помощь людям, дорожники продолжают выполнять свою работу. Продолжаем обработку химреагентами. Дорожные рабочие продолжают очистку виадуков, лестниц, сложных участков. Правда, дорожной техники не хватает, поэтому в этом году к уборке снега на городских дорогах подключатся и добровольцы. Часть подрядных организаций Владивостока дали свое согласие на помощь в ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера. На сегодняшний день центральные дороги города чистые, что нельзя сказать обо всех придомовых территориях, за которые в ответе управляющие компании и ТСЖ. Если они не справляются со своими обязанностями, то должны заплатить штраф от 50 до 80 тысяч рублей. Но, как сообщает администрация города, жалоб на жилконторы от жителей Владивостока пока не поступало. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Китай намерен ввести безвизовый режим с Россией. Цель – увеличение турпотока обеих стран. Отмечу, что в настоящее время уже действует безвизовый режим для туристических групп от 5 человек. Эта упрощенная схема уже не удовлетворяет запросы жителей Китая. За последние 2 года общее количество отдыхающих из Поднебесной, которые посетили нашу страну, превысило 1 миллион 100 тысяч человек в год. Преимущественно турпоток в Россию растет из богатых южных провинций Китая. Не стоит забывать, что это выгодно обоим участникам рынка. Китайцы везут нам деньги, ну а мы, в свою очередь, имеем альтернативу той же безвизовой Кореи. Кстати, во Владивостоке есть что посмотреть. Например, Приморский театр оперы и балета, который уже стал настоящей достопримечательностью. Более того, театр дает дорогу и молодым артистам. Оказывается, в составе труппы есть и совсем юный по меркам мировой сцены представитель. Но только по возрасту, а не по опыту. С молодым дарованием встретилась моя коллега Марина Абалешева.
6 лет свое свободное время дети предпочитают проводить за просмотром мультфильмов или поеданием сладостей. Но Иван Ляпин всему этому предпочтет музыку и скрипку. Его приоритеты расставлены совсем не так, как у обычных детей. И с делом своей жизни он определился достаточно рано. «Кармен», «Щелкунчик», «Повесть о настоящем человеке», «Сказка о царе Салтане». Сегодня список музыкальных постановок, в которых задействован юный артист, по-настоящему впечатляет. В свои 6 лет Иван Ляпин не по годам амбициозен. Из всех ролей больше всего любит те, где приходится дольше времени проводить на сцене. Мне нравится в «Повести». А почему тебе нравится? Ну, потому что там у меня больше роли, там надо громче говорить. Талант музыкальный и артистический родители разглядели в ребенке почти сразу. Уже в 4 года его отдали в детскую школу искусств по классу скрипки. Сегодня юный артист одновременно совмещает и учебу в школе, и музыкальные уроки, и работу в театре. И самому Ване, и его маме приходится непросто. Времени на все катастрофически не хватает, но артистическая жизнь манит. Ему очень нравится это, потому что это все очень безумно интересно. И скажу больше, он дома, когда в процессе репетиции он же слушает не только свою роль, он заучивает параллельно и другие роли. И вот дома он очень любит их переделывать на свои слова, но музыку, мотив, интонации сохранять артистов, которые с ним играют на сцене. В постановках театра оперы и балета Иван Ляпин задействован 2-й сезон подряд. Несмотря на юный возраст и свойственную ему неусидчивость, артист сразу нашел общий язык со своими взрослыми коллегами. Последние признают, сам Ваня быстро улавливает все пожелания режиссеров и легко вживается в роль. Он воспринимает информацию не так, как взрослые, с ним работать намного проще. То есть, если взрослые начинают пытаться играть, то он делает это естественно, он делает это как ребенок. И с точки зрения как бы спектакля, он смотрится намного органичнее в спектакле, чем порой взрослые. Кстати, репертуар Вани скоро пополнится ролями еще как минимум в 2 постановках «Пиковой даме» и «Истории солдата». Кроме того, на днях юный артист отправится в свои первые гастроли в Петербург. На сцене легендарного Мариинского театра он выйдет на сцену в спектакле «Повесть о настоящем человеке». Но этот столичный нюанс его не пугает. А вот первый полет на самолете даже очень. Марина Аболешева, новости на 8-м. Прямо сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Теперь каждый может оценить работу чиновника и даже снять его с должности. Солистка группы «Ночные снайперы» вместо 1 запланированного концерта во Владивостоке дала 2. Подведем итог бесплатного голосования. Нам интересно, а вы слышали про соципотеку? Напомню, сегодня с вами я, Павел Унучек, и во 2-й части выпуска. Теперь каждый может оценить работу чиновника и даже снять его с должности. Солистка группы «Ночные снайперы» вместо 1 запланированного концерта во Владивостоке дала 2. Подведем итог бесплатного голосования. Нам интересно, а вы слышали про соципотеку? А тем временем уволить чиновника через интернет. Такая опция доступна на портале «Ваш контроль». Здесь каждый может выставить свою оценку работе представителя власти или оставить свой отзыв. Причем сделать это можно как в адрес конкретного лица, так и в адрес целого ведомства. Далее дело техники. Интернет-сайт аккумулирует все сведения и ежеквартально формирует сводные оценки, которые отправляет в федеральные органы исполнительной власти. Ну а итог такой работы может быть разный, вплоть до увольнения такого бездействующего человека. Чиновника. А мы тем временем посвятили бесплатное голосование квартирной теме. Вопрос сегодня звучит так. А вы слышали про социальную ипотеку? Напомню, накануне она стала доступнее. Специалисты уверяют, что число тех, кто получит ипотечные займы на жилье, возрастет в 3 раза. Если эта новость непосредственно касается вас, то звоните по номеру 249-8806. Те, кто уже обзавелся своими квадратными метрами, набирайте 249-8807. Итоги подведем совсем скоро. А пока узнаем мнение жителей на улицах Владивостока. А вы знаете что-нибудь о социальной ипотеке? Социальной? Ну да, конечно. Что знаете? Ну, что она до 30 лет, даже до 35 сейчас продлили ее. Ну, многие друзья мои пользуются. Нет, я не знаю, но я бы не вступала. Не вступали? Нет, нет. Нет, нет, не знаю. Ничего не слышали даже? Не слышал. А, понятно, вы вообще ипотечными продуктами пользуетесь? Я военнослужащий. 26-ю школу отремонтировали. Ученики и персонал наконец-то вернулись в учреждение. Напомню, за помощью к специалистам обратилось руководство школы.
Как только у нас появились проблемы с потолком на втором этаже, мы обратились в управление образования. Выехали эксперты, посмотрели, что есть вопросы, которые должны решить эксперты по строительству. Была уведомлена мэрия, и начался процесс оценки, необходим ли ремонт и что необходимо сделать. После того, как провели аукцион, на объект зашли строители, поэтому работы выполнили в срок. Кроме того, отремонтировали кровлю, а школьники обзавелись еще и обновленными классами. Ну а теперь от школ переходим к следующей ступени образования – высшим учебным заведениям. В стенах Дальневосточного федерального университета творческий вечер провела музыкант Диана Арбенина. Артистка не только общалась со студентами, но также отвечала на любые вопросы и даже пела, хотя концерт намечен только на сегодня. Валерия Белоус побывала на «Вечере откровений». Будний день, 7 вечера, а студенты в университете. Около 400 человек пришли на встречу с Дианой Арбениной. Через несколько дней во Владивостоке у нее концерт, а сегодня она читает свои рассказы, поет песни и отвечает на любые вопросы. В южных берегах мишень, в океане без дна. Южный ветер плюет солью на паруса. Южный знает, кто враг, южный не предает. Южный намертво впаив твои поднебесного цвета глаза. Диана Арбенина – солистка рок-группы «Ночные снайперы». По многим городам России с гитарой она выступает больше 15 лет. И Владивостоку этот музыкальный коллектив давно знаком. Правда, встречаться с молодежью в стенах вузов рок-исполнительница стала всего пару лет назад. Дальневосточный федеральный университет – в числе первых, кто открыл свои двери. С вами нельзя быть хитрым, и с вами нельзя даже готовиться, потому что все эти рамки вы сметаете тем, как вы на меня смотрите. Это очень важно. Потому что если ты хочешь быть поэтому, если ты хочешь петь действительно, а не заниматься конъюнктурой, нужно видеть тех людей, ради которых ты это делаешь. Поэтому огромное вам спасибо за то, что сейчас происходит. В зале заняты все места, от студентов вопрос за вопросом. Причем интересуются не только творчеством певицы, но и, конечно, личной жизнью. Спрашивают о сокровенном, просят советов. В результате диалог. Все услышанные без ответов, никто не остался. Ну, стоит ли, как вы думаете, вот ехать, пытаться, конечно, добиваться? Стоит. Нет, стоит. И самое главное, стоит выкинуть из головы вот эти мысли, что сейчас ценится в шоу-бизнесе. Шоу-бизнеса вообще в России не существует, потому что все уже очень дремучее. Вот, поэтому я повторяю, если у вас есть такой непоколебимый запал, и вы уверены в том, что вы делаете, конечно, нужно пробовать. Арбенина начала петь еще в детстве. Потом, в более старшем возрасте, почему-то хотела стать журналистом, но передумала. Все-таки писать стихи и тексты для собственных песен ей нравилось больше. А в 2009-м, когда собиралась стать мамой, даже сочинила несколько рассказов. Поэт, писатель, музыкант. Диана Арбенина. 30 лет назад ты питала пристрастие к люля и к финикам, рисовала тушью в блокноте, немножко пела, а потом сошлась с инженером-химиком и, судя по письмам, чудовищно поглупела. И так далее. Спасибо. Приезжая во Владивосток, далеко не все российские таланты согласны на общение за пределами своих концертных площадок. Но иногда знаменитости все же выходят в люди. И первыми, кто их встречает у нас, оказываются студенты. Например, Дальневосточный федеральный университет уже неоднократно принимал писателя Евгения Гришковца, встречал певицу Валерию, ведущую Яну Чурикову и режиссера Бориса Грачевского. В этом году тенденция такова, то, что люди все больше и больше приходят к нам. И получается даже не так то, что мы предлагаем кому-то к нам прийти, а люди, известные люди, выступают с инициативой и, ну, буквально просто приходит письмо, нам говорят, мы хотим встретиться с студентами. Мы говорим, без проблем. Вот результат налицо. Все довольны и ушли со встречи не только с улыбкой, но и с обещанным автографом. Я очень неожиданно сюда попала, и сегодня утром пересматривала с ней интервью и влюбилась в нее, прям вот когда смотрела. И сегодня все подтвердилось. На твои вопросы она ответила? Конечно. Мне очень понравилось. Я сидела все время, у меня были мурашки, вплоть до макушки, вот, особенно во время чтения стихотворений. Ну, то есть это одно, когда ты читаешь сам, а когда тебе читает автор, просто это высшее удовольствие. Не знаю, очень прям рада сегодняшней встрече. Такая возможность, ну, выпадает редко. Валерия Белоус, Кирилл Корнилов. Новости на Восьмом.
И теперь о спорте. В школьную программу добавят новый предмет – самбо. Владивосток включили в список пилотных проектов, где реализуют идею обучения приемам самообороны. Напомню, в краевом центре самбо – это весьма популярный вид. Среди спортсменов-борцов есть чемпионы национального первенства мира и Европы. О том, кто будет преподавать навыки самообороны без оружия, расскажет наш спортивный обозреватель Максим Яковлев. Для пропаганды спорта и здорового образа жизни то и дело приходится идти на различные эксперименты. Проводить профилактические беседы с участием именитых спортсменов, организовывать оздоровительные акции и тому подобное. И вот на руках новый проект «Самбо в школу». Его цель – популяризация этой борьбы среди учащихся. В роли одной из пилотных площадок для реализации программы был выбран Приморский край и, в частности, город Владивосток. Как пример была взята Япония, где дети в течение 8 лет изучают дзюдо, где кроме приобретения силы и уверенности, учатся любить свою страну. Вот. Самбо – это национальный вид нашей страны, и он как никогда подходит для реализации этой программы. В течение следующего учебного года учителя физической культуры, прошедшие специальный курс повышения квалификации, будут проводить уроки физкультуры на основе самбо. Школьников не только научат азам этой борьбы, но и расскажут о приемах самообороны, основанных на этом виде спорта. Умение падать, приемы самостраховки, плюс изучение какая-то, базовое изучение приемов, плюс старшие классы, базовое изучение приемов защиты от нападающих, от оружия, от ударов. Вот. То есть начиная со второго класса и заканчивая 11 классом, включает эта программа. Идея создания проекта «Самбо в школах» возникла еще в 2010 году. Поскольку современная школьная программа по физкультуре включает в себя часы на изучение элементов единоборств, но без уточнения, каких именно, инициаторы проекта решили занять эту нишу такой борьбой, как самбо. Тем более, это бы поспособствовало пропаганде отечественного вида спорта. Некоторые школы уже ввели как третий урок физкультуры в нашем городе Владивостоке. Это 77-я школа. 39-й, 59-й, технический лицей. Вот здесь мы в 80-й школе уже существуем в течение, как дополнительное образование, в течение 7 лет. На данный момент эксперимент был проведен по России в 60 школах и был признан удачным. Так, тестирование учащихся показало, что уровень общей физической подготовки школьников, занимающихся самбо, улучшился. У них значительно выросли такие психофизиологические показатели, как реакция, силовая выносливость и быстрота. А это значит, что теперь занятия физкультурой в школе поднимутся на новый уровень спортивного развития. Максим Яковлев, Андрей Макаров. Новости спорта на Восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Социальную ипотеку сделали доступнее. Такого результата добились благодаря дополнительным 100 миллионам рублей. Эти деньги помогут обеспечить ипотечными займами в 3 раза больше граждан, чем сейчас. Травмпункты Владивостока переполнены после снегопада. С жалобами обратились десятки человек, среди которых дети. Специалисты диагностируют в основном переломы и растяжения. Существенный наплыв жителей случился в ночь с 9 на 10 ноября. Приморский театр оперы и балета дает дорогу молодым артистам. В составе нашей труппы есть и совсем юный по меркам мировой сцены представитель, но только по возрасту, а не по опыту. В стенах Дальневосточного федерального университета творческий вечер провела музыкант Диана Арбенина. Артистка не только общалась со студентами, но также отвечала на любые вопросы, читала стихотворения и даже пела. В школьную программу добавят новый предмет – самбо. Владивосток включили в список пилотных проектов, где реализуют идею обучения приемам самообороны. Обучать школьников будут педагоги физкультуры, которые предварительно пройдут подготовительный курс. Подведем итог бесплатного голосования. Нам интересно, а вы слышали про соципотеку? Сейчас я останавливаю голосование. Итак, результаты бесплатного голосования на экранах. Напомню, вопрос мы посвятили теме жилья, и звучал он так. А вы слышали про социальную ипотеку? В первую очередь этот вопрос касается тех, кто ютится в съемных квартирах и мечтает о своих квадратных метрах. А поскольку купить квартиру в наших условиях за наличку практически невозможно, то единственный реальный способ как раз социальная ипотека. В любом случае это уже произошло. Если есть что добавить, пишите на страничках 8 канала во всех социальных сетях или звоните номер 249-88. 8.12, и уже завтра вы станете авторами новостей. Есть о чем рассказать городу, мы поможем. 8 канал, главный Владивосток.
Сегодня Всемирный день торговли. Этот необычный праздник впервые отметили в Китае в 2009 году. А еще в этом году у первого в мире универмага Владивостокского ГУМа появился собственный музей. Этот магазин до сих пор остается главной торговой меккой не только краевого центра, но и всего Приморья. История торгового дома немецких купцов Кунста и Альберса с момента основания и до наших дней в рубрике «Без комментариев». Сразу после подробный прогноз погоды. А с вами был я, Павел Инучик. До встречи на восьмом. Спонсор прогноза погоды – медицинский центр «Санос». Цифровая флюорография в медицинском центре «Санос» 2-42-98-70.